пока не дали, да, кроме? Спасибо большое, друзья. Ну что, будет тебе танк? Спасибо. Андрюш, я сейчас пойду с мамой пообедаю, только тебе у меня будет одна маленькая просьба. О, считай, что уже все делала? Ну ведь это мой праздник. Ну, естественно, чё. Может, вот поэтому я хочу, чтобы в моем празднике как бы не было. А в смысле? Я хочу, чтобы ее не было. Какой смысл нужен? Хорошо, но там будет все, как это объяснять. А не надо ничего объяснять, это мой день рождения. Кого хочу, того приглашаю. Ну, есть шматсродку, коньки, лыжи, санки. Нарешті можна з морозом у сніжці погуляти. А ще бальонці такі забавні люди. О, якщо я. І вам буде весело, і мороз шапати вас не буде. Значить, головне не стоять на місці. Правильно, Топочка. Дуже мороз не любить неповоротливих дітей, одразу починає їх морозити. Тому одіння повинно быть таким, как рухаться было зручно. Ну вот, а ты охраняй тут, то сможешь охраняй. Да я думал, чем более, тем летней. Болезнь многих художников. По заключению наших экспертов, это создает условия для формирования у него сверхидеи своей избранности, предназначения для исполнения высшей миссии. Мы также имеем на него существенный компромат для дополнительного стимулирования на любой стадии реализации проекта. На странице газеты подробно описано, как развивался этот самый проект, как формировались его цели и задачи, как делились спонсорские деньги. Данные из сводки. Фидуты и Вардаматки обсуждены вопросы финансирования гражданской кампании «Говори правду» в период избирательной кампании. На сбор подписей у доноров планировалось получить около 400 тысяч долларов США, на агитационную кампанию 600 тысяч долларов США. В ходе распределения денежных средств на сбор подписей Слуцкая заявила, что ей на медийное сопровождение необходимо 100 тысяч. Возняк запросил 250 тысяч на изготовление печатной продукции. А вот выдержка из другого документа, стратегического плана. Выдержки стратегического плана гражданской компании «Говори правду». Предполагается начать персональную работу с членами комиссии и их руководителями. Он в третий раз ходил за елкой и добыл ее. Но это было уже весной, и он отнес елку обратно.
скабрёзными шутками, ряженые за угощение называют дом доставки. В самом начале лета еще празднуют по деревням белорусским Ерину, самую красивую девушку в деревне. Видимо, предшествует этому некий местный конкурс «Мисс Ерина». Наряжают во все белое, дают ей в руку пучок колосков, усаживают на белого коня и возят с песнями по обрезным полям. 14 студеня, 55-годовый юбилей, означает Мила Николаевна Селивончик. Это энергичная и веселая женщина, выдатная дочка, любящая жонка, матуля и бабуля. Яна 36 годов працавала на тракторном заводе, узнагароджана медалем ветеран працы, шматлікими грамотами, подяками. У этой святочный день жадаем юбилярцы доброго здоровья, счастья, радости, душевной теплыни и долгих годов життя. Людмилу Васильевну Смоляр с Любани, 55 годе, віншують сябар Александр и сын Андрей. Яны жадают дорогому человеку здоровья, поспехов, радости, добробыту, бадёрага и активного долголетия. Ну и Божьей допомоги во всех. Перед песней «Яше» один 55-годовый юбилей на нашей хвале, а святкуя его сегодня Галина Викторовна Имжик, Миншанка. Коллектив